У нас сегодня прекрасный летний день. Очень рад всех видеть. И давайте вначале откроем все вместе 11 главу Евангелия от Иоанна. 11 главу Евангелия от Иоанна. Я думаю, не только я, но многие из вас наблюдали такую картину, когда где-то на море пытались кормить чаек, кормили чаек. Я думаю, вы переживали следующую картину. Вот бывает, есть у тебя, положим, кусок хлеба, и ты видишь, летит чайка, и ты берешь этот кусок и кидаешь в воду, чтобы покормить чайку. Когда ты кидаешь кусок, чайка видит его и собирается его схватить, но вот тут самое важное. Прежде чем она схватит этот кусок, чайка какое-то время машет крыльями и орет, кричит. И на этот крик слетаются другие чайки. И вот когда чайки начинают слетаться, то эта первая чайка хватает еду, но подлетают другие чайки и начинают у нее вырывать. И таким образом какое-то время чайки вырывают этот кусок друг у друга. Наблюдали такую картину? И вы знаете, это очень удивительно, потому что как бы вот в этой картине словно сталкиваются две противоположные силы. С одной стороны, когда чайка машет крыльями и громко кричит, оповещая всех своих знакомых чаек, что вот здесь бросили еду, как бы чтобы и другие могли прилететь, и другие могли покушать, с одной стороны, вроде бы понятно, а с другой стороны, потом они начинают друг у друга эту пищу вырывать. И таким образом, вроде бы каждый за себя рвет себе этот кусок хлеба или кусок рыбы из клюва в клюв, как бы. А с другой стороны, вроде бы и думают друг о друге, иначе зачем бы она кричала? Надо было бы либо тихонечко увидела пищу, смотрит, никто не знает, и пока никто не знает, и никто у нее не может эту пищу отобрать, броситься и съесть этот кусок пищи. Было бы понятно, да? Но она кричит. И когда прилетают другие чайки, то тут вдруг она начинает вырывать. То есть вроде бы и для других, и одновременно только для себя. Вроде бы зовет всех, и одновременно потом начинает драться со всеми, и каждый пытается себе вырвать этот кусок. И таким образом, знаете, вот в этой картине словно мы видим вот эти две силы. То, что апостол Павел называет «дух и плоть». Дух, когда проявляется любовь, забота о других, да, стремление тем, что есть у тебя, поделиться с другими, отдать другим. Такое поведение, жертвенное поведение. А с другой стороны, эгоистическое поведение, где каждый сам за себя, и нужно как бы друг у друга вырывать, иначе не вырвешь, не выживешь, не отберешь, ничего не получишь. Вот. И вот эти, словно вот эти две силы сталкиваются вроде бы и для других, и одновременно только для себя. Желание быть жертвенным и поделиться с другими, в то же самое время вырвать у других и самому проглотить, самому съесть, чтобы самому выжить, не считаясь с другими, кто вокруг. Вот словно сила духа и сила плоти, сила жертвенности и сила эгоизма. И они вот сталкиваются в нас. И, знаете, вот эта картина с чайками, она очень похожа на ситуации, в которых мы с вами оказываемся чуть ли не каждый день. С одной стороны, желание помочь другим, поделиться с другими, как-то послужить другим. И одновременно
У нас внутри есть другое желание обойти других, растолкать их локтями, вырвать победу в этой конкурентной борьбе и самому стать на пьедестале, самому стать главным, самому стать первым, самому стать победителем, даже за счет других, если это необходимо. И вот посмотрите, в Евангелии от Иоанна, 11 главе, 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек, Иисус, много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некий Каиафа, будучи в тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете». Один из них, да, и вы ничего не знаете. Если оставим, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Ну, вообще, священники, первосвященники во времена Христа это были далеки от картины благочестивых верующих. Сейчас это были религиозные чиновники, которые просто, каждый из них заботился о своих интересах и о своей личной выгоде. Но вы знаете, очень интересно, что бывает иногда Бог использует самых неожиданных людей для того, чтобы что-то сказать или что-то показать. Причем порой сам человек, через которого Бог говорит, даже и не осознает, что он говорит. Потому что он думает, что он говорит одно, а в действительности он сказал намного больше. Вот почему на одном из собраний мы говорили, что если у нас есть какие-то стереотипы, вот Бог может так действовать, через этого человека говорить, мы ограничиваем себя, потому что Бог порой говорит через самых неожиданных людей. Мы даже видим в Ветхом Завете, что он через египетского царя сказал иудейскому царю, причем иудейский царь этого не услышал, он подумал, что Бог не может говорить через египетского царя, и в итоге у него была большая проблема в жизни, пришло поражение в Иудею. Так вот, драгоценное точно так же и здесь. Первосвященник Каиафа, да, с одной стороны, конечно же, он имел в виду политическую ситуацию, что вот пришел смутьян из Галилеи, тут происходит непонятно что, римская власть насторожилась, и если так продолжится, то у нас могут быть много проблем у нашего народа. Вот что имел в виду Каиафа. В действительности он сказал намного большую истину. Я вот ее еще раз прочитаю. 50 стих. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». В действительности, мы видим, в его словах было намного больше. И Иисус не просто должен был принесен быть в жертву, чтобы не расшатывать политическую ситуацию того времени в Израиле. А Иисус должен был быть принесен в жертву ради спасения других. Я думаю, вы знаете, каждый из нас, в свое время придя в церковь, я думаю, самое первое, вот, что было причиной остаться нам здесь, или после одного, двух, трех собраний сказать «это не для меня» и уйти, уже никогда сюда больше не приходить. Так вот, вот этим вызовом для нас является Голгофский крест. Я до сих пор помню, когда я впервые читал Евангелие, и вот именно вот эти события, связанные с распятием, со смертью Христа, вызывали внутри больше всего эмоций. Я помню, как каждый раз, когда вот впервые читал Евангелие, да перечитывал Евангелие, вот эти самые свои первые разы, вот доходил до крестной смерти, и невольно на глазах появлялись слезы. Почему? Потому что мы видим, что Иисус, Сын Божий, который мог
позвать легионы ангелов, пришли бы ему на помощь, тем не менее пошел на крестную, ужасную, мучительную смерть добровольно. Именно принял решение умереть. Но почему? Умереть ради спасения других, чтобы другие были спасены. И когда мы видим эту величайшую жертву Сына Божьего, это, безусловно, пленяет наше сердце. И именно поэтому, когда наше сердце пленено Его любовью, любовью Сына Божьего, которая проявилась через Голгофу, через смерть, именно это нас и зацепило в свое время. Потому что, когда мы видим эту любовь, вот, эта любовь не оставляет нас равнодушными. Но знаете, драгоценное, что важно? Бог желает не просто, чтобы мы с вами восхищались Голгофой, восхищались жертвой Иисуса Христа, вот Сын Божий величайший, и славили Его. Слово Божие нам показывает, что в нас, в тебе и во мне, в людях, которые приняли решение стать учениками, последователями Иисуса Христа, должны быть те же самые чувствования, которые были у Христа Иисуса. То есть поймите, христианство – это не просто собрание людей, восторгающихся Сыном Божьим и прославляющих Его. Христиане – это собрание людей, которые преобразуются в образ Сына Божьего. Не случайно мы такие поем псалмы: «Я хочу быть таким, как Ты, Иисус». Мы хотим не просто Им восторгаться, мы хотим преобразовываться в Его славный образ, чтобы в нас были те же самые чувствования, чтобы наша жизнь отображала Иисуса Христа. Вы знаете, я вам хочу сказать очень интересный пример о некоторых бактериях. Я специально приготовил некоторые рисунки. Есть такая бактерия, я прочитаю ее латинское название. Pseudomonas fluorescens. Вот такое название. Pseudomonas fluorescens. И состоит, видите, вот эта бактерия, она изображена на картинке слева, она состоит из такой одиночной клетки, которая плавает в питательной среде. В этой питательной среде она плавает, и постепенно эти бактерии размножаются, и в итоге им начинает не хватать кислорода. Кислорода мало, а бактерий все больше и больше. И вот смотрите, тогда происходит следующая вещь. Некоторые эти бактерии выделяют специальное вещество, которое как клей склеивает несколько клеток вместе. Вот это как раз картинка справа, видите? И таким образом вот эти бактерии образуют целую колонию. И благодаря тому, что они делают целую колонию, они становятся как бы легче и всплывают на поверхность, где больше кислорода, и поэтому получают преимущество и выживают. То есть, смотрите, одиночные клетки погибают, а те, которые выделяют вот это специальное вещество в виде клея и склеиваются, образуют целую колонию, имеют преимущество, потому что у них приходит больше доступа к кислороду, и в итоге они выживают. То есть, казалось бы, такое странное поведение, да, но оно приводит к выживанию. И производство самого вот этого клея, вот этого вещества, которое склеивает, это требует от бактерий больших ресурсов, больших сил, но в итоге общая награда – доступ к большому количеству кислорода окупает все расходы. То есть, казалось бы, проще быть самому за себя, потому что
быть в этой колонии, это требует ресурсов, сил. Когда все ресурсы этой бактерии идут на выделение этого такого суперклея для склеивания. Ну зачем это нужно? Проще быть самому по себе и не напрягаться. Но в итоге сам по себе не напрягаешься, гибнешь. А когда они напрягутся, то есть начинают работать, выделять этот свой жизненный ресурс, появляется этот клей, они склеиваются, и в итоге все вместе выживают. Но интересно, что это еще не все, потому что с этими бактериями есть еще такая вещь. В этих колониях появляются так называемые клетки-обманщики, которые не хотят тратить энергию, не хотят тратить свои ресурсы и производить сил, производить этот клей. Они экономят свои силы, но при этом пользуются всеми преимуществами колонии. То есть они внедряются в эту колонию и вроде бы пользуются всеми преимуществами колонии, но сами хитрецы обманывают. То есть они пользуются клеем других, а сами вот этот клей не вырабатывают. Не вырабатывают. И вот это эгоистическое поведение, когда пользуешься колонией, но сам не вырабатываешь, приводит к тому, что чем больше в этой колонии появляется таких клеток-обманщиков, чем больше этих клеток-обманщиков, тем, в конце концов, ближе разрушение всей колонии. Потому что чем больше этих обманщиков, эта колония становится все менее единой, все легче ее разорвать, и в конце концов эта колония гибнет. И вот не случайно в Священном Писании нам часто истины показаны там в притчах, в пророческих книгах, в псалмах, на примерах животного мира. Точно так же и здесь, вот мы точно так же можем видеть, да, вот эту картину. Когда каждый сам за себя, то кажется, на первый взгляд, это выгодней, это легче. Потому что жизнь в колонии, жизнь всем вместе требует от тебя определенной работы, работы на единство, работы на общность. Ну зачем это нужно? Зачем работать на единство? Зачем работать на общность? Лучше работать самому на себя или лучше вообще ничего не работать? Но в конце концов мы видим, что эти усилия приводят к тому, что вот эти колонии, вот этих бактерий в итоге выживают, а одиночные микроорганизмы, да, вот эти одиночные эти клеточки погибают. И точно так же, когда мы говорим с вами о Церкви Божьей, да, это некое собрание разных клеточек, да, не случайно Библия называет Церковь тела Иисуса Христа. Мы словно собираемся все вместе с вами, да, и безусловно проще жить порой одному, потому что быть всем вместе требует всегда жертвенности, требует посвящения определенного. Когда мы все приходим, и мы приходим все с разными настроениями, и думаешь, лучше бы я остался один, положим, вот один и проще, чем быть с другими людьми, служить другим людям, прощать других людей, снисходить к другим людям. То есть это намного сложнее, это требует от нас определенной отдачи. Но в конце концов Библия говорит, что Бог благословляет свою церковь, наполняет ее жизнью и дарует ей не просто жизнь, а Библия говорит вечную жизнь. Правда же? Мы имеем вечную жизнь. И, к сожалению, в церкви есть и другой этап, когда начинают появляться разные клетки-обманщики, которые вроде бы в церкви, вроде бы среди народа Божьего. Но это только внешне.
Потому что в действительности они остаются эгоистами. Они пользуются преимуществами народа Божьего, преимуществами церкви, но при этом сами ничего не отдают. И, казалось бы, вот здорово, все благословения получают, а сами ничего в это не дают, ничего не вкладывают. Но на самом деле это все ужасно, потому что в итоге все это сообщество, да, экклесия, церковь, это с греческого так и приводится, собрание, да, оно становится раздробленным. То есть видимость, что мы вроде бы все вместе, а в действительности каждый сам по себе, каждый сам за себя, по отдельности. И вот в итоге вроде бы и много, а какой-то силы нет. Сегодня христианство насчитывает сотни миллионов, более миллиарда людей там. По-моему, 2 или 3 миллиарда христианства. И, казалось бы, такое огромное количество верующих в Иисуса Христа людей должно оказывать такое божественное влияние на этот мир, что мир должен уже, ну, судя по всему, за 2000 лет существования Церкви Иисуса Христа просто превратиться в Царство Божье на земле. Однако мы видим, что далеко не так. Века идут, церковь продолжает существовать, а греха не меньше, проблем не меньше. Почему? Да потому что, может быть, внешне большое скопление клеток, но, как говорит, как писал апостол Павел, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. И поэтому церковь появляется, становится такой рыхлой. То есть вроде бы, видимо, всем вместе, а вот этого клея, настоящего посвящения, настоящего служения, настоящего прилепления друг к другу нет. Это причем верно как на уровне церкви, так и на уровне семьи. Если в семье точно так же нет настоящего прилепления, то вроде бы люди живут в хорошем доме или в хорошей квартире, под одной крышей, но словно соли, силы в этой семьи нет, отсутствует. Поэтому, может быть, все классно, красивый дом, коттедж, машины, а при этом в самом доме такой холод, потому что живут два эгоиста под одной крышей. Хотя Библия говорит, что двое и прилепятся к жене своей, да, прилепятся. И там как раз такое слово в еврейском, да, вот как вот склеится, вот как раз вот такая склейка происходит. И будут двое, одна плоть. Эгоисты не могут склеиться. Эгоисты, они хотят иметь благословение семьи. Вот все, что дает семья, но при этом ничего не вкладывать, не посвящать себя, не жить для другого. Эгоист всегда думает, как бы меня не использовали, как бы тут за счет моей доброты там в Царство Божье не въехали. Не случайно часто учат, вот там не будь добренький, иначе сядут тебе на шею, ножки свесят, используют тебя. И поэтому люди научены, в том числе в церкви, в том числе в семейной жизни, быть на страже только своих интересов, не понимая, что быть на страже своих интересов – это только сиюминутная выгода, которая в долгосрочной перспективе приводит к разрушению и разрушению семьи, и разрушению церкви. Мы видим сегодня, как многие Божьи движения, которые начинались в тот или иной период христианской истории, выродились просто в мертвые религиозные системы, когда название есть, здание есть, жизни нету, силы нету в таких церквах. Почему? Нет посвящения. И в то же самое время, когда ты понимаешь, что жить для другого, жертвовать своими интересами, может быть, в этот момент, да, и не хочется, но в долгосрочной перспективе это придет к благословению и твоей семьи, и народа Божьего, и всей церкви. Вы знаете, вот таких примеров очень много. Я специально
На прошлой неделе читал литературу, связанную, столько примеров интересных накопал, что, в принципе, собрания бы не хватило. Я вам просто еще один такой пример расскажу. Другие есть бактерии. Они по-латинскому тоже называются, вам прочитаю. Myxococcus xanthus. Вот. Myxococcus xanthus. И вот у этих бактерий своя особенность. Если недостаток пищи, то эти бактерии образуют многоклеточные плодовые тела. Многоклеточные плодовые тела, в которых часть бактерий превращается в споры. Вот на схеме показано. То есть они как бы соединяются и образуют плодовое тело, и часть клеток в этом плодовом теле становится спорами. И в таком виде эти бактерии могут пережить голодные времена. То есть нормально пережить любой голодный период. И вот это плодовое тело, оно собирается из множества разных бактерий. Но знаете, что интересно? Только часть бактерий в этом плодовом теле получают выгоду. А остальные как бы жертвуют собой ради общего блага, чтобы все могли выжить. Как бы часть бактерий в этом плодовом теле словно приносят в себя в жертву, выступают неким строительным материалом, который обречен умереть. И эти клетки, эти бактерии даже потомство не оставляют, но они словно работают на общность, вот на все это плодовое тело, на всю эту колонию бактерий. Вот. И здесь тоже есть свои, среди этих бактерий тоже есть свои обманщики, такие бактерии, которые не способны к образованию этих плодовых тел, но умеют пристраиваться к чужим плодовым телам и образовывать там свои споры. То есть, опять-таки, они пристраиваются к чужому плодовому телу и там свои споры образуют. То есть, как бы пытаются выжить за счет жертвенности других. Если вот такие бактерии жертвенные побеждают, то в итоге это плодовое тело выживает. Если же наоборот, бактерии эгоисты, становится их все больше и больше, то в итоге все эти бактерии погибают. И вот интересно, что вот у этих бактерий Myxococcus xanthus в результате изменений они меняются, и у них появляется такая некая устойчивость к бактериям-паразитам. То есть эти плодовые тела начинают изменяться, так изменяться, что к ним не могут пристать вот эти бактерии-паразиты. Я когда читал в научной статье об этом, мне тут же пришло на память одно место из Деяний апостолов. Давайте откроем Деяния апостолов, 5 глава, где говорится про первую церковь. Вы знаете, когда мы говорим про первую церковь, у христиан есть много разных представлений о том, какая была первая церковь. И мы, конечно же, прежде всего ставим акцент там на чудесах, которые там происходили, там тень Петра исцеляла. Но я вам хочу показать, что все эти исцеления, это было лишь некое следствие. Сила первой церкви была в другом, это не в чудесах, чудеса лишь проявление. Но там было что-то большее. И вот смотрите, Деяния апостолов, 5 глава, 12 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Да, мы так любим этот стих, много чудес, много всяких знамений. Но обратите внимание, эти чудеса, эти духовные проявления происходили где? В какой атмосфере? Все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Вы знаете, сегодня
немало верующих, немало христиан, проповедников, пасторов молятся о духовных дарах, о духовных проявлениях, об исцелениях, о знамениях, о многом, о многом, о многом. И мы должны, мы вынуждены признать с вами, что то, что происходит сегодня, намного меньше того, что мы хотим и того, что мы ожидаем. Правда же? Я недавно встречался с одним известнейшим пастором в Америке. И пастор в Америке мне рассказывал, говорит: Виктор, знаешь, говорит, сегодня, да, есть много разговоров, там движение Божье, там движение Божье. Он говорит, но я тебе хочу сказать по правде, говорит, на сегодняшний день, да, в Америке есть большие церкви, есть известные служители. Если говорить про движение Божье, говорит, я знаком со многими известными служителями, я не вижу сегодня настоящего такого движение Божьего, которое бы проявляло себя в величайшей силе Духа Святого. И я думаю, что одна из основных проблем, почему сегодня так мало этих проявлений, так мало настоящих, я сейчас имею в виду не распиаренных, не чудес на словах, потому что словесных чудес очень много, бумажного пробуждения, рассказов, да я выше крыши наслышался за 20 с лишним лет. Но когда потом приезжаешь на эти места, о которых так много говорят, ничего там не видишь и ничего там не происходит, потому что это были лишь всего слова и лишь всего разговоры. Потому что, драгоценный, я убежден, Бог не даст своей славы никому. Сегодня в христианстве сотни разных конфессий, сотни разных деноминаций. И каждая просит, и каждая ревнует о силе Божьей, о чудесах Божьих, о знамениях Божьих. Но как поет Борис Борисович: «Наше дыхание свято, мы движемся всех любя, но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя». Дашь кому-то больше силы, дашь кому-то больше исцелений, дашь кому-то больше чудес, как тут же поднимается гордость. «О, мы и так говорили, что наша церковь самая правильная из всех церквей нашего города, или даже вообще нашей страны, или вообще всего мира». И ты чувствуешь, дашь немножко больше кому-то, как тут же гордость растет в дикой пропорции. Правда же? Каждый сам за себя. И мы часто чудеса, исцеления, знамения используем не чтобы людям служить, а чтобы показать свою значимость, свою важность, свою близость к Господу. Мы все разбиты, мы все разделены, мы все раздроблены. Когда мы читаем про первую церковь, написано, все они были, как там написано? Единодушно. Единодушно. Они были вместе все. Настоящей общностью. Это не была церковь святого Петра, собирается по субботам. Церковь святого Павла по субботам вечером. Церковь святого Якова в воскресенье утром, она самая правильная, она вообще не любит все предыдущие церкви. Нет. Конечно, были те, кто потом уже пытались церковь разделять. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. И как только начались вот эти разделения, которые разрывали тело Христа, тут же сила стала теряться. Потому что Бог дает свою силу там, где единство. Не случайно в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус молился за единство верующих. Да будут они едины. Вот когда вот есть это единение, есть единодушие, тогда будет сила. А как, какое условие непременное вот для этого единения? И мы читаем дальше, 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Как вот среди этих бактерий, Муксококус ксантус, такие происходят изменения, что вот эти бактерии-паразиты не могут приставать. Точно так же и в первой церкви. Настолько было посвящение, настолько была жертвенность не среди некоторых людей, а именно среди верующих, что вот эту бактерию-паразит
обманщик, который хочет пользоваться благами, благами церкви, но при этом ничего не давать, ничего не вкладывать, тут же было видно и тут же было ясно. И мы видим в Деяниях апостолов историю с Ананией и Сапфирой, помните, да? Которые пытались выглядеть жертвенными, но на самом деле были эгоистами изнутри, что не смогли присоединиться к церкви. Потому что посвященность, жертвенность – это непременное условие для единства. А единство – непременное условие для того, чтобы в церкви и через церковь проявлялась сила Божья. Поэтому и возьми себе за правило. Я знаю, то, что я сейчас скажу, многим не понравится. Многим покажется, что это не так. Меня за это в интернете просто массово критикуют. Но я вам скажу честно, мне все равно, потому что это правда. Где-либо, если вы слышите, в христианском мире возникают какие-то известнейшие имена, какие-то люди, через которых там что-то творится, какие-то чудеса происходят. Обман, драгоценные. Бог не даст своей славы никому. Люди, конечно, пытаются за счет сверхъестественного создать себе имя, создать себе авторитет. Но в действительности это обычный эгоизм. А там, где эгоизм, там не действует Божья сила. Божья сила, Божья благодать действует там, где жертвенность, там, где посвященность, там, где разные клеточки готовы быть жертвенными. Как вот среди этих бактерий, они же понимают, что часть из них, большая часть, не выживет. Но они словно отдают себя, чтобы выжили все. И в итоге все вместе они могут пережить даже самые голодные периоды, даже самые трудные, самые тяжелые, самые трудные времена. Как вот сегодня некоторые приходят в это непростое время для бизнеса, когда, казалось бы, процветающий бизнес там сегодня заканчивается. И говорят, вот Виктор, как так? Вот вроде бы бизнес, большие деньги, приходит кризис. Все загибается. А у нас церковь уже скоро 30 лет, с начала 90-х годов. Мы пережили и кризис начала 90-х, и кризис конца 90-х, и кризис конца 2000-х. И сегодня какой-то кризис проходит, и даже вот вокруг нас там какие-то магазины закрываются, фирмы закрываются. К нам приходят, говорят, купите у нас помещение, только, говорят, у вас здесь хорошо дела идут. В чем секрет? Да в том, что здесь мы не работаем ни на какого предпринимателя. Мы не работаем ни на какого бизнесмена, ни на какого человека. Мы здесь все являемся телом Иисуса Христа. И может быть для мира смешно, когда мы учим любить друг друга, благословлять друг друга, давать друг другу, жертвовать друг другу. Кажется невыгодным, да вы что? Сейчас трудное время, каждый за себя, каждый сам по себе должен выживать. И им кажется, что это мудро, это же законы эволюции, выживает сильнейший. Да если бы выживал сильнейший. Выживает не сильнейший эгоист, выживает тот, кто готов быть жертвой для других, готов быть благословением для других, для которого интересы ближнего не менее важны, чем собственные интересы. И мы это видим даже в животном мире. Даже в животном мире. И вы знаете, вот чем больше Бог нас ведет вот этим путем богопознания, поиска Бога, когда где-то в 90-е годы мы большой акцент ставили на Слове, на Священном Писании, и через какое-то время Бог показал, что да, Слово Божье важно, Писание важно, но есть два как бы крыла в жизни церкви, два крыла в жизни христианина – это и Слово, и молитва, и чтение Священного Писания, и личные духовные переживания, личное познание Господа. И вы знаете, я замечаю, чем больше ты начинаешь искать Бога, чем больше ты начинаешь приближаться к Нему, тем менее важным для тебя становятся твои амбиции,
твоя гордость, и тем более проще ты начинаешь к себе относиться, а ближнего начинаешь больше и больше любить, больше и больше любить. Поэтому Иоанн и говорит, что невозможно любить Бога и не заботиться о своем ближнем. И в конце я хочу открыть второе послание к Коринфянам, 5 главу. Интересно, вообще биологи говорят, что если бы не проблема обманщиков, то наша планета, возможно, была бы похожа на рай земной. Но все равно обманщики есть. Грех в мире присутствует. И вот второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Я еще раз прочитаю этот 15 стих. «А Христос за всех умер, стал жертвой ради нашего спасения. Не чтобы мы просто были с вами спасены, а чтобы мы уподобились Ему и сами на основании Его примера жили такой же жертвенной жизнью». Да, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но как Иисус Христос, но для умершего за них и воскресшего. Самый последний пример, который я хочу вам привести из животного мира. Там тоже есть картинка. Арабские серые дрозды. Вы знаете, очень интересно, арабские серые дрозды, вот они на фотографии, они живут колониями, вместе выращивают птенцов. Очень интересно, у них есть часовые, которые сидят на верхушках деревьев и следят, не появился ли хищник. И как только они видят появление там ястреба или сокола, они тут же предупреждают своих собратьев. У арабских серых дроздов принято кормить друг друга. Они прилетают и они кормят друг друга. Но очень интересно, там есть такое условие, чтобы кормить других или чтобы быть такой птицей-стражником, которая следит, не приближается ли хищник. Не каждая птица имеет право помогать другим. Не каждая птица имеет право кормить других. Не каждая птица имеет право охранять птиц от хищников. Только самые лучшие особи, только самые сильные имеют это право. И среди серых арабских дроздов быть птицей, которая кормит других, то есть жертвенной, или которая заботится о безопасности других, то есть охранником, считается престижно. И это право среди арабских серых дроздов надо заслужить, чтобы тебе доверили кормить другого, чтобы тебе доверили охранять всю стаю от хищников. Это привилегия. Это так сильно сочетается со словами Иисуса Христа, который однажды сказал своим ученикам, что в этом мире князья, вельможи господствуют, влавствуют, но среди вас да не будет так, но больше среди вас да будет всем слугою. Я абсолютно убежден, что самое высокое, самое уважаемое, самое ценное – это жизнь
для других. Жертвенная жизнь. Поэтому Иисус сказал, слуга, то есть тот, кто живет для других, тот, кто помогает другим, тот, кто служит другим, это и есть самый высокий человек в Божьем Царстве. В мире самый пафосный, у кого больше всего гонора или красивее всего погоны, но среди вас да не будет так. Но больше среди вас это тот, кто служит, тот, кто жертвует, тот, кто дает. Не ради пиара и не ради того, чтобы о нем говорили, но потому, что он чувствует в себе Божью жизнь, жизнь Иисуса Христа, Сына Божьего, который отдал себя ради нас. И поэтому человек, верующий в Иисуса и наполненный Его жизнью, отдает себя, жертвует, чтобы быть благословением для других. Это и есть быть большим в Божьем Царстве. И в этом секрет счастья и вашей семьи, и вашей домашней группы, и вашего служения, и всей Божьей Церкви. Всей Божьей Церкви. И здесь еще интересный есть закон. В животном мире есть не только конкуренция внутри колонии бактериев, но есть конкуренция между разными колониями. И чем больше среди бактерий жертвенности, тем более сильная колония, и тем больше она может выигрывать среди других. А чем больше в бактерии эгоистов, этих бактерий-обманщиков, тем больше вероятность, что она проиграет в конкуренции с другими колониями бактерий. Может быть, сегодня церковь так сильно проигрывает, потому что среди нас так много обманщиков, так много тех, кто продолжает жить для себя. Вы знаете, я не рассказывал, но когда я был последний раз в Германии, я вот вернулся, в июне месяце был, и мы общались, сидели как-то за обедом с пасторами, и так было горько слышать, как в Германии все больше и больше церквей, особенно католических церквей, выставляется на продажу. И они говорят, здания, которые были построены в середине 20 века, где было стечение людей, много людей поклонялись Господу, сегодня стоят пустыми, так что католическая церковь вынуждена их продавать, потому что она не может их просто так содержать. И вот вы знаете, церковь слабеет, когда мы приходим, и каждый из нас, как вот эта бактерия-обманщик, эгоист, который пытается что-то выхватить для себя, вырвать для себя, присоединиться к церкви ради каких-то внешних благословений, но при этом ничего не давать, ничего не жертвовать. Таким образом, церковь становится из организма организацией, из единой системы, превращается просто в собрание эгоистичных людей, ничем не отличающихся от мира. И мы видим, что такая церковь, в кавычках, обречена на вымирание, какие бы там крутые здания не были. Но там, где остается настоящая любовь, настоящая жертвенность, там есть будущность и надежда. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, Твое Слово Божие раскрывает нам любовь Христа, показывает любовь, величайшую любовь Твою к нам. Ты так возлюбил мир, Ты так возлюбил каждого из нас, что отдал, пожертвовал единородным Божьим Сыном, чтобы спасти нас и искупить народ особенный, избранный, благословенный. И я молю, Боже,
чтобы мы преобразовывались в Твой образ, чтобы в нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе. Когда мы сталкиваемся с проблемами в семье, в служении, в церкви, в домашней группе, я молю, мой Боже, дай нам мудрости, дай нам силы не быть эгоистами, не тянуть все на себя, потому что это разрушает. Как бы казалось невыгодно сейчас, но в будущем эгоизм разрушает и семью, и служение, и церковь. Но посвящение, жертвенность созидают и даруют будущность и надежду. Благослови, Господь. Благослови, Господь, каждого из нас. Благослови наши семьи. Благослови церковь, Господь. Чтобы мы были людьми, живущими ради чего-то большего, а не только ради своей выгоды и ради своих целей. Покажи, Господь, что самая великая выгода в будущем – это жить для друг друга. Не делать ближнему того, что мы не хотели бы, чтобы делали для нас. Относиться к ближнему так, как мы хотели бы, чтобы к нам относились, Господь. Тогда в Твоей церкви будет сила, слава и благодать. Давайте просто будем сейчас с закрытыми глазами какое-то время сидеть. Я просто чувствую, что, знаете, вот для некоторых семей прямо сейчас это просто Бог тебе дает ответ. Вот для некоторых семей, у которых просто в последнее время сплошные конфликты, как кошка с собакой, ссоры. Сколько бы вы ни доказывали друг другу, сколько бы вы что-то ни объясняли друг другу, это ничего не решит. Эгоизм, даже убедительный, ничего не решит. Решение в любви. А любовь – это всегда жертва. Это всегда посвящение. И хотя кажется, это может быть смешным для мира и глупым, но в итоге любовь – это самое верное решение. В долгосрочной перспективе это самое правильное решение, приносящее благословение для всех. И для семьи, и для церкви. Если ты продолжишь во всех семейных конфликтах тянуть одеяло на себя, ты будешь продолжать разрушать ваши отношения. Начинай жить для другого. И ты увидишь, как благословение придет в ваш дом и в вашу семью. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Сураламандеке. Аллилуйя. Хвала тебе, Иисус. Благослови, Боже, каждую семью. Когда муж жертвует ради блага семьи, когда жена жертвует ради блага семьи, они оба благословенны. Когда мы все верующие жертвуем ради тела Христа, переступая через свои обиды, свою гордость, свой эгоизм, то все мы становимся соучастниками Божьего благословения, Божьей жизни.